пиротехника является потенциально опасным изделием, и в связи с этим необходимо соблюдать определенные правила пожарной безопасности и просто обращения с данным товаром. Если смотреть вообще на товар, то в первую очередь на что надо обратить внимание, это на то, чтобы была целостная коробка. Не нарушены пломбы, да, которые идут заводом-изготовителем, не было никаких помятостей на коробке. Соответственно, в таком случае товар отвечает первым требованиям, как бы свой товарный вид. Затем, в дальнейшем, чтобы удостовериться в качестве товара, естественно, надо попросить сертификат на данное изделие. Он должен быть представлен по требованию любого покупателя, соответственно, в нем вся информация о товаре отображена. У каждого пиротехнического изделия, в соответствии с сертификатом, есть свой класс опасности. Вообще они делятся на 5 классов, но мы рассматриваем бытовую пиротехнику, это первые 3 класса. Первый класс – это довольно-таки простые изделия, это хлопушки, бенгальские свечи, которые всем прекрасно знаем и пользуемся. Это первый класс опасности. Второй, как правило, это фонтаны, которые немногочисленны. Все остальное, как правило, это третий класс опасности, наиболее серьезный и наиболее зрелищный, как правило, получается. Естественно, в любом специализированном магазине существует информационное табло, которое говорит о том, что нельзя продавать, естественно, пиротехнику несовершеннолетним, либо только их законным представителям в присутствии. Если есть сомнения, то обязательно надо спрашивать либо паспорт, либо документ, удостоверяющий личность. Потому что случаев много, к сожалению, и мы со своей стороны стараемся, конечно, отсекать таких покупателей. Сегодня я вам расскажу основные требования при запуске пиротехнических изделий до третьего класса опасности. То есть для того, чтобы запустить пиротехнику первоначально, нужно ознакомиться с инструкцией завода-изготовителя, которая определяет непосредственный порядок запуска пиротехники. Итак, ознакомимся с инструкцией. По данному пиротехническому изделию можно сказать о том, что он должен применяться на расстоянии не менее 5 метров от деревьев, зданий, сооружений и людей. Выбираем соответствующую площадку для этого. Желательно выбрать площадку с ровной поверхностью, чтобы у нас пиротехническое изделие не упало. Значит, закрепить его. Соответственно, поджигая, соблюсти меры предосторожности. Пробуем. То есть установили, закрепили, скрываем упаковку. Достаем фитиль и на расстоянии вытянутой руки, не надвисая над пиротехническим изделием, немножко отведя голову в сторону, поджигаем пиротехнику. Длина фитиля нам позволит отойти на безопасное расстояние.